Министерство юстиции США и 11 штатов подали в суд на Google, обвинив компанию в монополизме, а именно из-за соглашения Google и Apple, по которому поисковик по умолчанию используется в iPhone и других устройствах. Он же не запрещает использовать другие поисковые системы, она просто по умолчанию ставит Google, а раз по умолчанию пользователь не меняет, значит его Google устраивает. И поэтому тут я не соглашусь, что это прям сильно вредит пользователям, но с точки зрения закона, антимонопольного, в принципе, законодательства, это, конечно же, вредит. В иске оспаривается также право Google на предварительные загрузки на мобильные телефоны с его популярной операционной системой Android, где этот поисковик не может быть удален. Министерство юстиции считает, что эта ситуация лишает выбора пользователей. Google совершил революцию в мышлении по поводу поисковых систем. Мы говорим гуглить, а не искать. И таким образом, никакая другая поисковая система, как бы она более-менее не была бы хороша, она не заменит даже вот Google на уровне восприятия человеком, да, чтобы мы говорили там, не знаю, Яндекс. Как отмечают эксперты, даже если Google проиграет в суде, то сильных изменений в глобальный рынок подобных услуг не произойдет. В мире, в принципе, да, пользуется Google как поисковая система по умолчанию. То есть если Apple ставит операционную систему Google по умолчанию, да, то, ну, хорошо, перестанет ставить. Но люди могут выбирать, и все равно, если Google им нравится как поисковик, они будут его использовать. Кристина Надыршина, Универ Ньюс.